Элитные оздоровительные курорты мира с роскошными оздоровительными процедурами и услугами. Поехали! Wellness-отель «Ананда» в Индии. Оздоровительные wellness-услуги по принципу приведения в порядок физического и душевного состояния. Расположенный у самого подножья Гималаев, этот отель является уникальным комплексом, предоставляющий оздоровительные wellness-услуги, аюрведические спа-каникулы в сочетании с умиротворяющей атмосферой и самобытными практиками по укреплению духа помогут вам вернуть заряд энергии, избавиться от болезней и ощутить прилив сил. На территории 6400 квадратных метров расположен люкс-спа-центр, где опытные специалисты помогут подобрать эффективные оздоровительные процедуры и детокс-мероприятия. Ежедневно проводятся занятия по йоге, для каждого гостя разрабатывается индивидуальная программа по контролю за весом. Поверьте, после отпуска в этом отеле вы вернетесь домой обновленным, помолодевшим и сбросившим лишний груз проблем и заболеваний. Индия – это одно из лучших мест в мире для лечебно-оздоровительного туризма, для погружения в гармонию с природой. Еще пятизвездочный отель «Шанти Моррис» – wellness-отдых на острове Маврикий с программами по восстановлению душевного равновесия. Этот чудесный отель на южном побережье острова Маврикий расположен на территории 14,5 гектар и окружен пышными тропическими садами и белоснежными пляжами. Вдоль океана стоят элегантные виллы. И вообще весь отель напоминает живописное полотно мастера-импрессиониста. Безусловно, главной жемчужиной отеля является лакшери-спа-салон мирового уровня. Готовы побаловать своих гостей антивозрастными wellness-процедурами и программами по восстановлению душевного равновесия. Рано утром на пляже проводятся занятия по йоге и силовая ходьба в быстром темпе. Для любителей активного отдыха предусмотрены водные развлечения, теннис и гольф. Оздоровительные wellness-туры – это не только польза для вашего здоровья, но и роскошная и шикарная обстановка в отеле. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось и будет полезным. В предыдущих роликах мы тоже рассказывали о интересных местах. Ссылочки будем оставлять в описании. Не забывайте ставить лайки. Всем удачи и пока!